Итак, сейчас мы с вами научимся проводить самоосмотр ротовой полости. Мне нужен один доброволец, на котором я буду все показывать, и 4 добровольца, которые будут повторять все за мной. Так, что мы будем искать? Прыщики какие-то. Пародонтит еще говорят. Воспаление десен. Да, воспаление десен. Воспаление, трещины. Бородавки. Кровоточивость, уплотнение и любые новообразования, которые могут быть в ротовой полости. А я это все буду делать на Николая. Сначала мы смотрим зубы. Улыбайтесь. Десна. Дальше мы с вами смотрим небо. Десна на верхней челюсти. У вас есть камни, Николай. И есть кариес. Теперь мы смотрим слизистую щек. Если на ней отпечатки зубов, это свидетельствует о заболеваниях органов пищеварения. Нет ли там язвочек? Потому что на слизистой ротовой полости бывают всевозможные заболевания, такие как красный плоский лишай, например. Да. Мы прощупываем верхнюю губу. Что мы ищем? Уплотнение, да? И нижнюю губу. Мы высовываем язык. Так. Есть ли налет? Не увеличены ли сосочки? Нет ли трещин каких-то? Высовывайте, высовывайте. Поворачивайте теперь в ту сторону. Вот так. Все ли хорошо у вас? Что вы у себя нашли или не нашли? Как? Зубной налет. Зубной налет. Кто-то нашел у себя кариес? Я рада, что у вас все в порядке. Спасибо большое. Теперь давайте о приятном. Как вы считаете, поцелуи приносят пользу? Если да, то какую? Эмоциональную. Феромоны поступают в мозг, у человека улучшается настроение. Вы абсолютно были правы о гормонах счастья, которые ответственны за положительные эмоции. А если человек доволен и счастлив, то его иммунитет сильный. И человек здоров. Поэтому я желаю вам приятных поцелуев каждый день и будьте здоровы. Спасибо.